Девчонки, огромный привет! В общем, мы пропали. Пропали на весь, наверное, апрель. Дело в том, что мы все вообще разболелись. Мы переболели всей семьей. И Анечка даже у нас денек потемпературила. Вот. Поэтому у меня вообще даже настроения не было никакого ничего снимать, потому что детки разболелись. Я очень сильно болела и даже пила антибиотики. Вот, без них не обошлось, потому что у меня везде пошли осложнения и на уши, и в лобную долю от насморка осложнения, поэтому пришлось пить антибиотики. Вот. Ну и сейчас у нас все в принципе нормально. Единственное, что мы вчера поставили прививки ребятишкам, и Илюшечка ночью немножко подтемпературил, но утром у него уже все было отлично, он бегал, играл. Веселился целый день, поэтому я думаю, что это просто вот на АКТС у него реакция. Последние уже у него прививки в этот раз мы проставляем. Анечка АКТС первую принесла, тьфу, отлично. Ну вот у Илюшки небольшая вылезла температурка. Надеюсь, что больше никаких последствий не будет. Я вставлю в сегодняшнее видео небольшой кусочек, который я снимала еще в начале апреля, кусочек про нашу коляску. Я уже просто этот кусочек сняла, да, но еще как бы зима практически была, снег лежал, поэтому не удивляйтесь, что такой кусок не в тему. Я хочу рассказать вам, какая у нас коляска. Просто мне очень часто спрашивают и делают запросы, какая у нас коляска. Коляска наша называется Red Rosefire. Искала я ее целенаправленно, именно эту модель, именно эту коляску. Они есть в фирме Red Rose еще других названий, похожие коляски на такой же базе. Также у нас коляска 2 в 1. Это такая люлька и прогулочный блок. Чем она мне нравится? Тем, что у нее достаточно хорошие передние поворотные колеса. Тем, что колеса у нее разной величины, то есть, в принципе, при желании можно по ним, на них соскакивать по ступенькам по-разному. Она легкая достаточно, она очень легкая в управлении, особенно по хорошей поверхности, ну, весной, то есть, ну, даже зимой, даже самые сугробы, даже самые колеи, она отлично проходит, то есть, она очень проходимая. Она такой, знаете, сибирский трактор. Ну, например, для тех местностей, иди сюда, Ильич. Например, для тех местностей, где, в принципе, нормальные дороги, она вообще отлично подойдет, потому что у нее легкое управление. У нее капюшон, который откидывается и закрывается. Хорошие легкие кнопки. Мне нравится, что у нее все абсолютно снимается на стирку, кроме вот этой вот основной, по-моему, остается только она, насколько я помню. Снимала я на стирку абсолютно все, все чехлы, все внутренности. Даже на матрасник тоже я снимала на стирку. Коляска в целом мне очень нравится. Она современная, она легкая, она симпатичная. У них есть несколько расцветок. В принципе, для мальчика, для девочки можно выбрать оптимальный вариант. Ну и корзина для покупок у нее очень-очень большая, очень много выдерживает вес. В принципе, прогулочным блоком мы пока не пользовались, ничего не могу про него сказать. Но вот сейчас такой комплектации, как коляска есть, она меня вообще целиком и полностью устраивает. Девочка, девочка, родители, скажи, мне одежду не покупают? Родители меня не одевают? Не покупают родители одежду, да? Скажи, я хожу голозопая. В одном памперсе, на одни памперсы, скажи, денег хватает. Ку-ку. Поцелуй Анечку. Все, хватит. Ты болеешь. Болел. Вы все не болеете, да? Аня, Аня. Анечка. Иди, бузики. Где мама? Где же мама? Кто гулять пойдет сейчас? Анюта? Кто гулять сейчас пойдет? Анюта? Анюта? Анечка гулять пойдет. Анечка. И Илюша пойдет гулять. А ты чего с водичкой бегаешь, с бутылочкой? Я пью. Пьешь. Бутылочки пьет Илюша. Ну, придумал, да?
Да? Придумал, скажи. Уже давно из бутылки не пью, скажи. Хватит. Девчонкам даже памперсы такие красивые, еще и пахнут конфетками. Да, розовенькие памперсы тебе дядя Денис купил. Ага. Доченька. Ух, они эти носики, как я их люблю-то. Боже мой, боже мой. Какие холесенькие. Где ляпочки такие. Да у девочек такие носики фигуристые. У мальчиков так культяпками, а у девочек-то вон какие красивые. Анечка. Ай, доченька, Гути маленький. На, ножкой поиграй, давай. На, ножкой поиграй. Ну, Дотя. Не Дотя. На, ножкой поиграй. На. Твоя ножка. Твоя. Давай. Ой, какая ножка у Анечки. Давай играть ножками. Ти маленький пусик, да, пусик. Пальцы на ногах длинные. Точно не мамкины. Точно не мамочкины пальчики. Ребенок у меня вот так вот спит на балконе. Я ее каждый день обязательно один раз выкладываю на балкон спать. Независимо от того, гуляли мы с ней или нет на улице. То есть такой дополнительный сон, очень-очень удобно. И вот пледиком укрыла ее, которая сама, кстати, связала. Классно очень, особенно на лето такие вещи, очень-очень удобно. Но у нас единственный минус, у нас на балконе очень шумно. Крики, ор с улицы, двигатели реактивные у этих мотоциклов гудят. Ну, к счастью, у меня ребенок как бы не приучен к идеальной тишине, это прям вот круто-круто. Я увидела в инстаграме акцию от Pampers. Нужно было просто дождаться промокод. Промокод мне пришел вот уже в конце марта или начале апреля. То есть достаточно долго я ждала, но мне дали ссылку, бесплатный код, по которому я зашла на сайт, который выпускает вот эти вот именно книжки сами, фотокниги. Там я сама выбрала фотографии в коллаж, который вставлю. И мне вот такой вот в виде брошюрки хорошего, отличного качества прислали фотокнигу. На ней не остаются отпечатки пальцев. Она сделана как хороший такой фотобуклет. Достаточно плотная бумага, не рвется. Ну и сюда я распечатала наши любимые фотографии, но не просто наши любимые, здесь вот они все по тематике идут. Здесь вот, например, выписка из роддома. То есть, конечно, не все здесь фотографии наши любимые, но просто те, которые подходили по тематике, я выбрала. Мой первый день дома. Мое первое купание. Тут я выбрала фотографии с наших купаний, вот просто Илюша в полотенчике. Здесь вот наше кормление фотографии. Здесь вот очень смешная фотография, где он с ложечкой заснул рядом, уснул, пока кушал. И здесь вот фотография, где он заморашка, где он... Здесь вот первые попытки покушать самому. Мои первые успехи. Здесь просто фотографии я выбрала. Ну, просто красивые его фотографии. Мои первые килограммы, кстати, у меня даже выписаны вот эти вот прибавки по месяцам, я выписывала, брала карточку. Так что я здесь все заполню, вот что нужно от руки заполнить. Ну вот единственное, конечно, не очень удачная идея, мои первые зубки. Фотографии я вот нашла, где первый зубик прорезался и где просто вот Илюшка типа показывает свои зубки. Ну, конечно, я кроме первых четырех зубов не помню уже во сколько что у него прорезалось. Мне кажется, это не очень хорошая идея.
Да и к чему это знать ребенку в будущем, во сколько у него какой зуб прорезался? Здесь вот мои первые слова, но я как бы не придумала, да, что можно по тематике сюда ставить, просто ставила его фотографии. Просто фотографии, которых у нас, кстати, очень мало осталось, потому что грохнулся жесткий диск на компьютере. Но кое-что было скинуто на съемные носители. Слава богу, хоть что-то сохранилось. Поэтому такая вот чудесная, замечательная книга. Огромное спасибо компании Bumpers. Я, кроме того, что оплатила доставку, действительно ничего не платила. И доступно это не только блогерам, Инстаграм или в Ютубе. Это абсолютно для всех обычных людей, никаких. Никакая это не привилегия. Зайдите на сайт, у них, по-моему, до сих пор висит эта акция. Я хочу сейчас мужа попросить, чтобы он зарегистрировался, потому что мне очень хочется на Анечку тоже сделать подобную книгу. Хочу на примере настоящем объяснить, что такое неправильное питание. В общем, тут я не знаю, что это. По всей видимости, омлет, который мне передала свекровь, у которого на дне просто плавает масло. А если сделать вот так, вот, смотрите, сколько жира. И вот это вот люди едят вполне нормально, считая это еще и диетической едой. Омлет с мясом. Я вообще не понимаю, как в 21 веке, когда существуют антипригарные сковородки, можно готовить на таком количестве масла. Вот честно-честно. Никогда не похудеете, никогда не станете худее 100 кг, если будете так кушать, это честно. Я что-то совсем перестала снимать маникюрчики, но хоть покажу, что я себе натворила. И что-то надоело все уже. Все цвета, все дизайны. В общем, я таким однотонным накрасила. Вырвет глаз такой цвет. Мне очень-очень понравилось с ним работать. Что такой прикольный гель-лак, вот потрясанный. Цвет-то вообще забавный. Он очень ровно, плотно ложится. Даже в один слой уже можно не перекрашивать больше вторым слоем. Конечно, потрясанный всегда радует меня очень плотностью, легкостью нанесения. О, блин, вообще классный лак, конечно, я прям довольна-довольна. Сейчас еще вот себе купила крем-флюид для кутикулы, кремик такой. Сейчас еще нанесу на кутикулку, потому что я немножко ее подсушила. Снимала сегодня я гель-лак размачиванием, поэтому сейчас кремиком обработаю кутикулку свою. Ну, маникюр сегодня особенно не делала. Прям быстро-быстро, все времени очень-очень нет. Очень-очень мало времени, поэтому все быстро. Анечка! Анечка. Тип-тип-тип-тип. Тип-тип-тип-тип.